Как заточить портновские ножницы? Вот портновские ножницы. Ножницы для раскроя. И они плохо режут. Их нужно точить. Значит, вот смотрите, что получается. Режем. Вот раз. И дальше не режет. Вот заминает. Заминает все. Вот эта часть уже не режет. Ну вот, глядя с этой стороны, здесь вот зализано. Здесь вот заусенится. И здесь также зализано. Но это все нужно снять. Вот эту выработку нужно снять. Так, это первые ножницы. И вторые пробуем, что у нас со вторыми. Также беру, режу. Вот, эти уже изначально вот не режут, видите. Все, вот здесь вот немножко подрезает. Но это, конечно, никуда не годится. Здесь тоже, вот здесь стерта уже сильно выработка такая, видно. И здесь тоже, может, даже по иголочкам проходились, вот зазубрины. Ну, в общем-то, это все нужно снять. Вот эту часть снять. Мы будем точить на точиле, на обычном точиле, без никаких приспособлений. Ну, я точу именно так. В принципе, уже сколько лет работаю механиком, столько и точу. Так, ну что, у нас главное, когда мы будем подводить ножницы к точилу, нам главное выдержать вот этот угол, который у нас идет здесь. И главное без отрыва сделать движения вот такие. Вот так вот плавно двигаться. И вот так вот несколько раз, чтобы у нас здесь кромка была одинаковая. Не было у нас перекосов, перекрутов. И чтобы у нас по плоскости все шло ровно. Это делается все плавным движением вот таким вот. Так, ну и точим. Вот так вот примерно беру угол. Ну, вот такими вот движениями делаю. Вот смотрим, вот здесь вот кромочка появилась. Вот здесь кромочка есть, а вот здесь вот нету. Значит, вот здесь видна выработка. Значит, нужно здесь снять еще. Но снять нужно именно по всей плоскости. Вот какая кромка получается. Все однородно, нигде сбоев нет. Так, точим еще. Смотрим. Все идеально. Здесь кромочки, вот, и здесь уже появилась кромка. Так, здесь уже нормально, значит, здесь хватит. Теперь вторую сторону точно так же делаем. Начинаем вот здесь вот. Здесь вот видно уже, кто-то точил их. Вот, видите? То так поставили, то так поставили, не знали, как поставить. Так, точим. Так, проверяем кромочку нашу. Все, здесь нормально. Так, теперь пробуем, смотрите, мы сводим кончики. Мы сводим кончики, и вот здесь вот, соответственно, кончик чуть-чуть не достает.
Значит, чтобы это сложить наши кончики, видите, вот они тут чуть-чуть не достают. Значит, нам нужно подточить вот эту часть. Вот здесь тоже, я вижу, уже подтачивали. Значит, с одной стороны и с другой стороны. Так, теперь посмотрим. Так, еще немного. Смотрим, чтобы здесь у нас по плоскости, может, какая-то сторона больше, какая-то меньше. Значит, это нужно все уравнять. Ну вот, смотрите, краешки у нас заходят друг за друга, значит, должно все дорезать. Но это мы попробуем уже на материале. Так, эти ножницы пока все. Следующие ножницы. Пробуем кромочку. Все, здесь даже так видно, что вся вот эта вот зализанность, она ушла. Вот как была вот с этой стороны, видите? Здесь вот просто зализано, видно, просто полоса идет, что слизано, стерто. А здесь кромочка уже идет отличная. Так, теперь точим вторую сторону также. Значит, видели, как я делал, не отрываясь. Если вы прерветесь, то нужно начинать сначала, так как вы точно уже не поймаете свой угол. Обязательно это нужно сделать. Здесь, да, здесь тоже все видно, кромочку мы сняли. Так, смотрим теперь кончики. Кончики у нас здесь запас хороший, зарезает. Так, ну, в принципе, здесь все. Теперь разборки полетов будем смотреть и пробовать резать.